Агротуризм возродит самобытность и культуру Беларуси. Это сегодня заявил президент Александр Лукашенко, посещая агроусадьбы Воложенского района. Сначала глава государства побывал в хозяйстве Михалова, где сделана ставка на спокойный семейный отдых с возрождением белорусских традиций и национальной кухни. Затем в агроусадьбе, которая занимается разведением лошадей и устраивает верховые прогулки, а также катает туристов в дилижансах и каретах. Обе агроусадьбы находятся в одном районе. Это так называемая кластеровая система, когда владельцы объединяют вместе разные туруслуги. В 2006 году Александр Лукашенко подписал указ о развитии агротуризма в Беларуси. Сегодня владельцы усадеб получают преференции от государства в виде кредитов с низким процентом, с правом выплаты в течение 7 лет. За последние 6 лет количество агроусадеб в Беларуси выросло в 10 раз. И сегодня их главная задача – помочь возродить самобытную культуру Беларуси и привлечь больше туристов в нашу страну.